Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Doom 3 BFG Edition. Мы находимся в комплексе Альфа 2. В последней серии мы ходили по этому очень страшному коридору, и сейчас нам нужно двигаться дальше. Я отдохнул от игры где-то, наверное, недельку, поэтому сейчас с новыми силами могу продолжать. И я заглянул сюда, я понял, что нас тут ждет что-то плохое, поэтому сдался. Понятно. Туда я больше не хочу. Хорошо, куда же мы двигаемся? Я, честно говоря, не помню, куда именно мы идем. Давайте посмотрим. Многие, кстати, батхертят по поводу нового интерфейса КПК. Мне он нравится очень сильно. Поэтому я считаю, что сделали его только лучше, удобнее, функциональнее, как и все в этом BFG Edition. Так, пройти через те помещения, найти вход в третий сектор лаборатории Альфа. Куда мы двигаемся, понятно. Еще многие говорят, что с фонариком плохо, что фонарик убрали. На мой взгляд, единственное, что было ужасно в третьем Думе, это именно то, что нужно было переключаться на фонарик. И это было не то, что ужасно, это было просто коряво. И я очень рад, что они убрали эту деталь. Таково мое мнение. Теперь играть стало гораздо более интересно. Тихо. Что-то там такое... Многоногое было. Что-то мне во-первых, эта паутина не нравится. Во-вторых, мне тут как-то совсем уж неспокойно. О, ребята, что-то я чую лажу. Я давно не пугался, и сейчас, я думаю, не самый лучший момент, чтобы начинать. Все пройдет у нас хорошо. Уй, твою мать. Так, ладно. Это был какой-то паук. Отлично. Фу, вроде спокойно. Хорошо, давайте сохранимся. Это у нас экономия содержания. Отлично. Я забыл, как смешно тут это перевели. Уй. Как кто-то правильно заметил. Ваша мать! Да, елки, сколько вас тут? Короче говоря, когда я напуган до истерики, я гораздо лучше стреляю. Да, что-то как-то не очень хорошо дробовик. Да, блин, хватит. Прыгать уже. Еще паузы пол нет. Фу, так, хорошо, ладно. Живой. И даже почти не искусанный. Пауки, знаете, кого напомнили? Пауки напомнили пауков из мглы. Блин, надо, может, звук убавить, чтобы не так пугаться. Хотя нет, пусть будет. Да что ж ты... Да вы... Прекратить это или нет? Фу, какой кошмар. Это что-то совсем что-то с чем-то уже. Ладно, двигаем дальше. Все хорошо, все в порядке. Я почти все патроны? А нет, у меня их полно еще. Так, сохраняться почаще, а то у меня предистеричное состояние. Все, валим отсюда. Фух, так, хорошо, ладно. Что-то мне не понравились эти враги, надо сказать. Вообще никак. Так, отличное начало. Сразу же законопатили врага. Ой-ой-ой. Импы. Ненавижу импов. Ух ты, как тут плохо все. Что-то мне это место сразу не очень нравится. А вон он стоит, смотри, я его вижу. Иди сюда. Есть еще кто-то. Да твою мать.
Отлично. Фу, хорошо, пока что вроде как-то все помнится. Но в этой игре в ней особо вспоминать нечего, потому что в ней используются самые первичные инстинкты, то есть реакция и кнопки высадки с клавой мыши. Больше тут нет ничего. Разворачивайся. Ну извини, я бы, конечно, с удовольствием, но... Твою мать... Вы видели это дерьмо? Это просто ненормально. Это просто капец какой-то. Так, пойти в освещенный коридор или пойти в мигающий? Конечно же сюда. На кой хер? Вашу мать. Не надо было куда идти. Ладно, все нормально. Еще эти пауки напоминают пауков из фильма «Нечто». Там у чувака башка оторвалась. Вверх ногами перевернулась, из него вытянулись ножки, она начала уползать. Вот это что-то в этом духе. Я не успел рассмотреть, но по-моему... Блин, я забыл, про что я говорю. По-моему... Блин, ладно, проехали. О, так. Нет прав доступа. Попытка доступа... А, сюда может карту вставить, попозже нужно будет. Хорошо, запомним это место. Автомат похож на P-90, да, такой футуристичный. Окей. Ты не встанешь, я надеюсь. Хотя, можно поприкол... Вылазь! Я тебя слышал, тварина. Ты один был? Ага. Хорошие наушники, залог успеха. В этой игре, по-моему, просто великолепный звук вообще. Просто, ну, вот... Очень хорош. Ой, как неудобно. И чё, как тебя хапнуть? Там кто-то есть. Так, а как хватать? Окей, давайте к вот эти все бочки, короче, уберем. Я хотел, конечно, убрать вот это тело, ну да ладно. Так, приступим. Сюда. Сюда. Вот, по идее, хватает, да? Ну, что мне теперь нажать? Сложно сказать. А, вот, понятно. До сюда. До сюда. Ой, твою мать. Пардон. Я чуть не сломал вашу панель. Так, вроде нормально. Твою мать. Ой, твою... Откуда ты взялся, урод и кусок? Офигеть. Так, ладно. Короче говоря, блин, криворучка, что ж ты делаешь? Прекрати. Сюда. Пониже. Схватила? Отлично. Я был, честно говоря, не уверен, что она возьмет, но взяло за милую душу. Так. Вот так. Давайте до упора тогда не будем рискать, потому что видите, сколько времени теряется в итоге. Так, все, и разжимаем. Отлично.
Я надеюсь, это нам действительно нужно делать, потому что... на 50% понизилось содержание газа в атмосфере. Отлично. Значит, мы все делаем правильно. Так, еще чуть-чуть. Вот так. Ой, даже лишка. Так. Хватай. Супер! Фух. Кем только не придется поработать в игре, да? Хотя что-то подобное мы делали в Dead Space. Вообще игра похожа на Dead Space. Вернее, будет сказать, это Dead Space похож на эту игру, потому что она вышла сильно раньше. Просто очень много пересекающихся моментов. Но, с другой стороны, очень много и именно разного. Так, может нормально, потому что та бочка вроде не фанит. Toxic gas is cleared. Waste disposal area now safe for entry. Все, теперь нормально, можно уходить. Hurry, we gotta pick up the pace. We got more men down. Bravo's unit barely holding their own. Давай, говорит, как-нибудь, парень, соберись, потому что у команды Браво проблемы, они сейчас сами по себе. Уроды. Зачем я с этим долбанным дробовиком? Он же вообще никакой в этой игре. Хотя как никакой, он нормальный по сути. Просто может быть сильно получше. Ладно, прибавили себе здоровье. Что-то я в этой серии часто сохраняюсь. Это, по-моему, не очень хорошо. Надо пореже. Так, зона чиста. Отлично. Там нас кто-то ждет, судя по звукам. Смерть идет. Так, предмет получили. Теперь нам нужно возвращаться, насколько я понял, к той двери. Но что у нас тут? Ничего. Лифт какой-то похоже. Уф, короче говоря, аптечка, патроны. Патроны, причем хорошие такие патроны. Вот для этого я так понял. Так, ну и кого же? А, вот PDA. Джордж. Смотри, сколько мы уже подобрали. При том, что мы многие не брали даже. Так, аудиозаписи нет. Почта. Что у нас тут было? Так, Джордж, мне доложили, что в среду вы опять не появились на рабочем месте. Это уже четвертый прогул за текущий месяц. Я устал от ваших отговорок. В прошлом месяце вам дважды осматривали простату, так что эту отговорку я больше не приму. Это официальное предупреждение, мистер Пута. Пута? У него Пута фамилия? Не повезло, если вы понимаете, о чем я. Увольте своего шефа. Это спам, похоже. Вы устали от вечных придирок своего начальника? Не хотите отмечаться по часам? Ищите возможность удвоить или даже утроить свой доход. Так, понятно. Но а где же здесь может быть код? Я, честно говоря, не понял. Так, ну ладно. Кто-то говорит, используй ноклип. Для того, чтобы проникать сюда. Что, с ума сошли, что ли? Читаем и пользоваться. Скорее всего, знаете, КПК был у нас в той комнате, где мы двигали краном. Но мы просто его не заметили, наверное. Да, вылазь. Окей. С мягким знаком. Ты живой еще, что ли? Ну, вашу мать, ну. Блин, у меня гранат нет, что ли? Вот так, хорошо. Ты смотри, этот все еще живет. Гранаты летают хорошо. Лучше бы, конечно, они на отдельных клавишах их поставили в этом переработанном издании. Потому что это по нынешним меркам достаточно неудобно. Так, она у нас на клавишу 6. Запомним, хорошо.
пистолет ни о чем. Дробовик тоже так себе. Как неплохо. Так, хорошо. Давайте посмотрим. Здесь у нас наверняка где-то лежит КПК, который я не взял. Или может я его вообще взял, но даже не заметил. Давайте предыдущий проверим. Я, как обычно, очень невнимателен. Так, тут нет, тут нет. Возможно, он в аудиофайле, но мне, честно говоря, сейчас неохота слушать, поэтому пошли сюда, и все. Отлично. У нас целое отделение выбежало. Упал. Что-то там такая дверка какая-то. Мне кажется, что сейчас что-то будет. Ой, 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 ой. Откуда ты взялся? Я слышал, что идет бабайк, не понял откуда. Хорошо. Отлично. Ой, у меня просто паника какая-то. Ты еще идешь, что ли? Когда они бегут, вот эти вот твари. Пистолет против них издалека. Самое милое дело. Так, это мы пока побережем. Тут у нас тоже довольно мало патронов. И тратить их на каких-то пауков просто кощунство. Хотя можно пока с ним ходить. А если эти побегают, полезут, то уже там доставать пистолет или дробовик. Короче, если просто видим вот такие вот щели, то уже есть какие-то подозрения по поводу того, что нас ждет. Отлично, магазин. Не очень приятное такое место. Надо отметить. И очередной, блин, ящик. Ну где мне брать КПК на вас? Может тут? Мне похоже, он туда, да? А мы пойдем. Хотя, ну-ка, давайте попробуем сначала. Мне показалось, что он снизу. Ладно, хорошо. Ох, этот эмбиент, он меня просто с ума сводит. Так, ну ничего особого я тут не заметил. Да. Поэтому идем наверх. Где-то, видимо, еще, когда в прошлый раз играл, я пропустил кады к этим. Так, это 48-й. Ну, понятно, я так не подберу. Хорошо. Пошли тогда сюда. О, отлично. Это все очень, очень радует, пока я пересяду поудобнее. Фух, и давайте двигаться. Отлично. Мне показалось, или я... Ой-ой-ой. Мне показалось, или я фаербол, запущенный импом, простреливаю. Ой. Так, а ну-ка. Хорошо, нормальное место, кстати. Враги достаточно сильно тупят тут. Короче, похоже, фаерболы, которые летят в вас, можно прострелить. Они взорвутся.
Так, а тут что? Ладно. Ох, какие нехорошие звуки-то. Так, ну это уже не так страшно, к этому мы привыкли. С этим у нас опыт борьбы есть. Хотя, если, блин, прямо из-за угла выпрыгнет такое чудо, приятного будет мало. Что написано? Складской шкаф открыт, камера хранения закрыта. Крышки камер хранения автоматические. Так, а слушай. Ну-ка. Ага. Отлично. Что-то у нас намечается, похоже. И чё? А, вот как. И вон она как значится. Что-то я даже как-то не рад, что я сюда пошел. И как я вообще этот компьютер обнаружил? Это обалдеть. Вроде обычный компьютер, а подошел, оказывается, на нем что-то работает. О-о-о, сколько тут всего. Да, и свет выключился. Супер. Здесь как в халфе нельзя в прыжке присесть. Значит, не пролезаю. Не очень-то и много всего полезло, честно говоря. Уф. Ладно. Шо. Хоть что-то, да? В принципе, у нас и так все... У нас и так все нормально было. Стало просто еще лучше. Так, интересно, нам вон туда идти? А там что тогда? Давайте посмотрим. Ой, ой. Хорошо. А что тут? Твою мать. Так, ну... Сюда нам, похоже, нужно, чтобы попасть дальше. Ах, блин, я не хочу туда идти. Недобиток наш. Твою мать. Твою мать. Я не хочу сюда идти. Но там лежит моя прелесть. Так, короче говоря. Ваша мать, убейте. Уроды. Ой, блин, я чуть не обделался. Ну, вышло, да? Вышло? Хорошо. Ну чё, уроды? Вон он идёт. А теперь вылазь, как хочешь. А? Нет. Хорошо. Прикольно получилось. Только сколько их там теперь, это офигеть.
Так, минус 2 имба. А где зомбятины все? Они сюда тоже прошли, нет? Да вроде нет. Фу, так. Пойдемте расчищать, короче. Ой, сколько там, наверное, можно будет поживиться. Так мне, честно говоря, не очень охота этого все видеть. Допустим. Поживиться пока нечем. Ну, хоть что-то. Спасибо и на том. Да, не самое приятное место, да? Так, теперь можно более спокойно уже там осмотреться. Уф, так, ну что, давайте на этом завершим эту серию, на этой позитивной ноте, так сказать. В следующей серии двинемся дальше, в сторону команды Браво. Блин, надо сказать, это было страшно, особенно когда парились все вот эти твари. Но, тем не менее, мне очень понравилось. Надеюсь, понравилось и вам. Увидимся завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.